все узнал. Секунду. Можете остановиться? Гастрономический сет меняется в зависимости от сезона, поэтому даже гости, которые не так часто бывают в Москве, два раза в год, они попадают на разные сеты. Помимо этого, меню а-ля карт, безусловно, отражает концепцию ресторана, но оно более адаптированное под ежедневное посещение, поэтому даже постоянные гости, которые живут в Москве, могут ежедневно пробовать что-то новое, учитывая сезонность и смену блюд. Безусловно, панорамные виды на столицу, на исторический центр и эта необычная концепция гастрономическая привлекает большое количество иностранных туристов. Для многих именно White Rabbit начинается Москва, начинается столица. Это 209-й, да, веранда. Это не попсовая кухня, она авторская, очень вкусная, в новом, так скажем, представлении русском. Используется очень много новых техник, то есть пытаемся показать русский продукт немного с другой стороны. То есть для нас еда – это не просто еда, и мы полностью следуем этой идее. И каждый человек, в принципе, который подходит к столу, общаясь с гостем, он проводит некую экскурсию в нашу страну, знакомя гостя с продуктом. Опять же, мы в меню отмечаем наших фермеров, и у многих из них мы отмечаем регион, откуда он. Мы можем рассказать про эту ферму, про этого человека, который делает. То есть вы прям напрямую уже знаете, с кем, кто произвел этот продукт. Фокус на гриль. У нас есть очень хороший гриль на углях и на дровах, да? Поэтому все базируется все вокруг приготовления на гриле. Мясо, рыба.
мы всегда используем очень яркие соусы, очень яркие вкусы для того, чтобы было более, более интенсивное ощущение еды. Что-то, как они говорят, денег у них столько нет в последнее время. Открытое небо, хорошая атмосфера, музыка, прекрасные коктейли, еда, оформление, свет и расположение. Все это то, зачем сюда имеет смысл ехать. St. Petersburg has a foodie scene equal or even superior to that of Moscow, by all accounts. Then in places like Kazan, Yekaterinburg, the restaurant scene is very well developed. There are all sorts of local things that you can only get in those places.